Всем привет! Serial Live Shell X – это портативный накамерный энкодер, который предназначен для преобразования HDMI видео-аудио сигнала с вашей видеокамеры с разрешением до Full HD 50p в IP-поток скоростью до 20 Мбит в секунду с битрейтом звука до 256 кбит в секунду для последующего интернет-вещания. Кроме самого устройства в комплекте инструкция, блок питания, аудиокабель, сетевые шнуры на все случаи жизни и Wi-Fi модуль. Компактное устройство в надежном металлическом корпусе. Предусмотрено крепление на башмак. Устройство имеет OLED-дисплей, по углам которого находятся кнопки управления. Символ или надпись в углу дисплея указывает на функцию кнопки, так что все очень просто. На дисплее есть три светодиодных индикатора потоков, которые меняют цвет при проблеме с выходом потока. Аудиовход контролируется пиковыми индикаторами на дисплее. Устройство имеет дополнительный стереовход для подключения аналоговых устройств, например, микрофона, и слот для карты microSD, на которую может писать напрямую, чтобы сделать резервную копию вашего вещания или для последующего вещания в качестве Full HD. При этом Live Shell X будет записывать окончательный выходной поток, создавая точную копию широковещательной передачи, включая всю графику, добавленную с помощью панели управления. Serial Live Shell X обеспечивает одновременную трансляцию до 3 видеопотоков без необходимости подключения к компьютеру. Передача осуществляется через модуль Wi-Fi с частотой 2,4, 5,5 ГГц, через порт Ethernet 10 или 100 Мбит, а также через USB модем. Serial Live Shell X позволит вещать на всемирно известные ресурсы, такие как YouTube Live, Facebook Live, Ustream, Twitch, а также RTMP серверы. Функция многопоточной передачи позволяет передавать поток на несколько сервисов одновременно. Кроме того, можно транслировать несколько потоков на один сервис с разными скоростями передачи данных. В локальном режиме Live Shell X может транслировать в закрытую локальную сеть без необходимости подключения к внешнему серверу. Кстати, подключив это устройство к LiveEdge, мы получим 4 HDMI входа плюс огромное количество дополнительных возможностей. Live Shell X имеет функцию вывода на монитор, так что вы можете использовать VLC-плеер для просмотра потокового видео или живого записанного видео на компьютере или планшете. Serial Live Shell X имеет сменный литий-ионный аккумулятор с возможностью работы без подзарядки до 6 часов, что вдвое больше своих предшественников. Если вы выключите адаптер питания во время работы, то питание автоматически переключится на батарею, при этом трансляция не прервется. Если проблема с питанием или сетью все-таки возникла, то Live Shell X автоматически возобновит вещание, как только проблема решится. Управлять Serial Live Shell X можно и удаленно, через бесплатное веб-приложение Dashboard. Нужно лишь зарегистрироваться. Панель настроек на веб-интерфейсе не требует установки дополнительного программного обеспечения и работает не только с персональными компьютерами, но и с iOS и Android устройствами. Кстати, Live Shell X является первым Live Shell устройством для поддержки прозрачных PNG файлов. Вот вкратце и все. Оставляйте комменты, подписывайтесь, заходите на сайт TV Проект, там еще много интересного. До встречи!